Застройка склона смотровой площадки близ аэропорта может быть опасна. К такому выводу пришли архитекторы. Место, на котором разрешили возвести 5 многоэтажек, достаточно сложное в геологическом плане. Территория смотровой площадки является одним из массивов Соколовой горы, для которой характерны оползни. Поэтому прежде чем приступать к строительству, необходимо хорошо изучить склон. Кроме природных препятствий, архитекторы считают недопустимой застройку и с морально-этической точки зрения. Мы сейчас обсуждаем вопросы рентабельности, нерентабельности. Конечно же, эти все вещи находятся в ведении застройщиков. Ему интересно сделать, чтобы было рентабельно, чтобы ему приносило прибыль. Ну, а для горожан интересно, чтобы сохранилось все ценное, что есть в городе. И вот это силуэтное построение города, его панорама является тем ценным, что должно быть сохранено.